розпочинаю ваш робочий день. Сьогодні дуже сподіваюся, що середина тижня все ж таки буде вдалою у вас, і з гарним настроєм ви поїдете на роботу або по своїх справах. Говорю відразу, бо живу в Суворівському районі і вже їхала і бачила, що від зору порізана дорога, тож будьте обережними. А ми розпочинаємо і, як завжди, з музичного кліпу даруємо вам гарний настрій. Слухаємо, адже мелодія цього дня, ну, дуже цікава. Сорні трави наріканнями, кидай вогню труйні зерна жменями. Я знаю, ти і я з одного племені.
надихнула вас на посмішку. Я дуже сподіваюся, що так воно і є, бо ця мелодія дарує позитивні емоції з самого ранку. А для того, щоб підтримати і ваш фізичний стан та тонус, для вас зараз зарядку продемонструє Катерина Друзяк. Вона покаже вправи для ваших ніжок з м'ячем. Тож дивіться, і я сподіваюся, що вони будуть корисними для вас. Доброе утро! И сегодня наша разминка пройдет вместе с мячами. Если у вас есть теннисные мячи или мячи с шипами для разминки, для проработки мышц, возьмите их, пожалуйста, себе сегодня на занятия. Если нет, то постарайтесь сделать упражнение на какой-то неровной плоскости, чтобы вы чувствовали нагрузку. Итак, напоминаю, что ваши стопы – это главные амортизаторы в движении. Они адаптируются ко всему. В них очень много мелких суставов, маленьких косточек, которыми надо работать. Там есть мышцы, связки. С чего мы начнем? Давайте научимся с вами правильно ставить стопу при ходьбе. У всех есть неправильный стереотип движения. Практически у каждого можно это заметить. В зависимости от этого мы видим, либо ноги разворачиваются в сторону, либо сводятся вовнутрь. Как нам надо ходить? По правилам мы должны ставить ногу на треугольник стопы. Несколько раз я постоянно повторяю. Это пятка, косточка под большим пальцем, под мизинцем. Но как мы распределяем вес во время движения? Мы должны ставить ногу на пятку, переходить на косточку под мизинцем, под большим пальцем, возвращаться в центр и отходить, отдавать себя кончиком большого пальца. Как это действует? Давайте сделаем упражнение, называется треугольник. Итак, пятка, внешняя сторона, косточка под мизинцем, под большим пальцем, снова пятка, без отхода. То есть мы с вами ставим три точки, возвращаемся по кругу. Делаем 5 движений на одну ногу и 5 движений на вторую. Снова пятка, внешняя сторона, внутренняя. Мы с вами обозначиваем. Между косточкой под мизинцем и большим пальцем у нас есть с вами свод стопы. То есть мы привыкли, что у нас есть свод стопы только с этой стороны. На самом же деле у нас их три. У нас свод с этой стороны, свод с внешней стороны. И есть еще здесь свод между двумя косточками, между косточкой под большим пальцем и мизинцем. То есть у нас их всего три. Итак, для чего же нужны были мячи? С помощью мячей мы сегодня будем разминать и прорабатывать свою стопу. Итак, ставим один мяч на пол. Проработаем сначала одну ногу, потом вторую. Ставим косточку под большим пальцем правой стопы на мяч. Прокатываем мяч больше по внутренней стороне. На мяч мы давим, до пятки доходим. Знаем мы, что на нашей стопе находится много точек, связанных с нашими внутренними органами. Да, мы таким образом прорабатываем эти точки. Переходим на середину стопы. Косточка под средним пальцем до пятки. Делаем буквально 5-6 повторений. Для начала этого будет достаточно. Если вы пришли после работы, у вас гудят стопы, у вас они болят, устали, разомните их. Не забывайте об этом. Косточка под мизинцем больше, внешний край стопы. Отлично, переходим на вторую стопу. Не забываем, что у нас их две. Соответственно, с этой проработали, мы уже чувствуем разницу от того, как перераспределяется вес по стопам. Снова косточка под большим пальцем и до пятки. На мячик давим. Должно быть сопротивление. Очень замечательно, если мяч будет в шипах мелких. Вы так больше прочувствуете давление мяча. Середина. Если вам сложно найти, если у вас есть какое-то домашнее животное, к примеру, собака, возьмите, у них часто есть такие мячики, они тоже твердые. И используйте его временно. Вдобавок вы будете развлекать и себя, и свое домашнее животное. Внешняя сторона стопы. Угу.
Отлично. Внешняя сторона стопы пару раз прокрутили, почувствовали. Теперь мы по-разному ощущаем наши стопы, да, они уже не так напряжены, как в начале. Теперь представляем, что мы коршун и захватываем мяч. Расслабляем пальцы полностью, позволим им висеть на мяче. В детстве мы с детьми пытались что-то поднять с пола. Пусть это будут ручки, карандаши. Это упражнение тоже очень полезно, его тоже надо делать. Это мелкая моторика. Она помогает вам работать со сводом стопы, приподнимать его и опускать с мышцами стопы. Угу. Постояли немножко, нагрузили вес. Переходим дальше. Здесь у нас есть свод стопы, его надо расслаблять, растягивать. Пяткой нажимаем на пол, обязательно опора на пятку. Пальцем пытаемся коснуться пола. Обе стопы стоят устойчиво. Пальцем мы пытаемся коснуться пола. Это не обязательно, не напрягаем стопу, мы расслабляем вес вперед на ту ногу, под которой мяч. Отлично. Переходим на вторую стопу, снова так же самое. Расслабляем. Не забываем о том, что пальцы должны быть расслаблены. Старайтесь носить обувь, в которой вы можете полностью расслабить свои пальцы. Они должны там ходить. То есть, если оно, вы привыкли к размеру 35, а у вас 36, но 35 это красиво. Попрошу вас, если вы хотите быть здоровыми, чтобы ваши стопы вам дольше прослужили, носите 36, это же 36,5. Пусть они будут свободными. Угу. Переходим на арку стопы. Снова пяткой стоим на полу. Вес вперед. Пальцами пытаемся коснуться пола. Не обязательно, что это будет одинаково на каждую стопу. Отлично, постояли, переходим вниз. Давайте сделаем упражнение под названием чернильница. Хотя, давайте назовем его бутылочка с лаком, потому что с чернильницей мы уже давно расстались, уже лет так 10, наверное, 20 мы не пишем чернилами, а вот лаком или какими-то красками мы пользуемся. Как выглядит? Представьте, что вы стоите в ведре с лаком или с краской. Ваша стопа – это кисточка. Вы отрываете аккуратно кисточку, пытаетесь, чтобы вокруг не опрокинулась ни капля. Опускаете вниз. Вторая стопа. Также аккуратно, полностью стопа расходится по полу. Не напрягаясь вниз, вытягиваем, опускаем вниз. И чуть быстрее. И еще один раз повторение. Вытягиваем, опускаем вниз. Отлично, делаем глубокий вдох, выдох, вытягиваемся. Спускаемся вниз на коврик. Итак, пока мячи нам не понадобятся, но мы будем делать с вами упражнение. Мы будем сгибать и разгибать с вами стопу. В таком положении стопа у нас разогнута. Ее надо согнуть, разогнуть. Сгибаем. Разгибаем. Поставьте руки на бедра. Постарайтесь сгибать так стопы, чтобы не работала передняя поверхность вашего бедра. Поставьте кулачки, если вы чувствуете. Это движение производится в голеностопе. Движение в голеностопе идет только вперед и назад. Все вращения происходят не в самом голеностопе, а в стопе. Итак, согнули, разогнули. Два, три, четыре. Вытягиваемся. Пять. Теперь самое смешное, одно из смешных упражнений. Вам надо растопырить пальцы, опустить. Растопырить, опустить. Так как связочный аппарат между собой связан, и чтобы не расслаблять, а напрягать эти мышцы, чтобы пальцы были на своем месте, нам надо учиться расслаблять их и напрягать. Расслаблять и напрягать. То же самое, давайте теперь повращаем своими бедрами. Чтобы вращать бедра, мы опираемся назад. Если мы разводим полностью стопы, пятки остаются врозь, то вращается бедро. А теперь повращаем непосредственно самой стопой. Склеим косточки на голеностопе, колени. Угу. И сделаем несколько движений в сторону. Будет двигаться только сама стопа. То есть амплитуда движения у нее не слишком большая. Все остальные помощники у нее это бедро, да, и колено.
То есть мы же знаем, что сюда у нас приходит основной удар. Если здесь у нас что-то не сработало, оно идет дальше, этот удар проходит, и где-то он вам покажется. Может быть, в виде какого-то легкого недомогания, в виде функциональный сколиоз. Тоже не очень хорошо, поэтому со стопами надо работать. Давайте продолжим дальше. Итак, мы их поразминали. Теперь мы попытаемся большие пальцы ног вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Еще повторяем упражнение, называется шпагат пальцами. Угу, хорошо. Давайте теперь присядем. Турецкую позу, одну ногу поставим вперед. Упражнение хлопок ногой. Для растяжения свода стопы опускаем вниз. Мы растягиваем стопу максимально и делаем 5 хлопков. 1. Натянули на себя стопу. 2. Натянули на себя стопу. 3. Натянули. 4. Еще раз. 5. Разница колоссальная. Вы, если это сделаете, эти упражнения, которые мы делаем, сделаете только для одной стопы, встанете, вы почувствуете разницу. Нагрузку. Нога будет больше циркулировать в ней кровь. Вы почувствуете прилив именно с той стороны, про которую проработали. Вторая стопа. Не забываем. И 1. Натянули на себя. 2. 3. 4. 5. Отлично, обе стопы проработали, все замечательно. Давайте перейдем дальше. Не на одних стопах же мы остановимся, у нас есть теннисные мячи. Для чего они нужны? У нас было занятие, когда мы с вами работали вместе с роллом. Эти же упражнения можно делать с мячом. Можно делать самомассаж с помощью мяча. Как это делается? У вас есть, возьмем, допустим, голень. Мы прокатываем мяч по голени. Так же само прорабатываем мышцы, делаем лимфодренаж. То есть, если мы начали со стопы, мы поработали со стопой, идем наверх. Соответственно, сначала у нас с вами голень, угу. Потом бедро. Вы можете делать справа налево, спускаясь вниз, либо наоборот, либо идти снизу по двум стопам и наверх. Прокатываем с помощью мяча переднюю поверхность бедра. И непосредственно саму ягодицу. Как мы прокатываем ягодицу? Мяч ставим под ягодицу и делаем круговые движения вокруг седалищных бугров. То есть по самой мышце непосредственно. 10 кругов в одном направлении и 10 кругов в другом направлении. Как говорится, походка от бедра. Сделали на одну. Переходим на вторую снова. Голень. Надо применять все, что есть у вас дома, для того, чтобы получать максимальный результат в домашних условиях занятий. И вторая ягодица. Тоже снова у нас круги. 10 кругов в одном направлении. И 10 кругов в другом направлении. Хорошо. Возьмите мячики в руки. Сядьте в турецкую позу. У нас с вами дальше. Упражнение для спины и для мяча опасно с помощью мячей. Лучше с помощью ролла или вытяжения. Поэтому переходим на грудную мышцу. Ставим мяч на середину грудной мышцы. И прокатываем по диагонали наверх. Мы таким образом затрагиваем 3 крепления мышцы. И всего 5. Движение по диагонали наверх к плечу. Поставили на само плечо. Теперь мы разминаем с вами плечо. 10 круговых движений в одном направлении. И 10 в другом. Хорошо, вторая сторона снова. Поставили по центру и по диагонали раскатываем наверх. 10 повторений. Останавливаемся на плече. 10 круговых движений в одном направлении.
и 10 круговых движений в другом направлении. Хорошо, давайте перейдем выше. С помощью теннисного мяча вы можете снять дискомфорт в мышцах шеи. Как это сделать? Поставьте мяч и прокатывайте им наверх. Не сильно давите. С одной стороны 10 повторений, с другой стороны 10 повторений. Сделайте несколько наклонов головы, поворотов. Делайте глубокий вдох, наклонитесь вниз. Снова вдох вниз. На сегодня все. Наша утренняя зарядка подошла к концу. Надеюсь, упражнения, которые вы делали, будут вам полезны. И прошу вас, уделяйте больше времени своим стопам. Если вы что-то не заметили, посмотрите на повторе на YouTube. Всего вам хорошего. До свидания. Продовжуючи нашу програму, хочеться розказати вам про цікаві події, які відбудуться на теренах Одеси в культурному просторі. Давайте послухаємо, адже в Одесі 19 квітня будуть цікаві події. Це «Життя піанобоя», яке він буде проспівувати на сцені Мускомедії 19 квітня о 19.00. І розпочалося воно, коли Дмитро Шуров, екс-клавішник «Океану Ельзи», соратник Земфіри та співпродюсер її останнього альбому «Спасибі» і один з трьох творців групи «Aesthetic Education» взявся за написання опери для шоу Олени Ахмадуліної на «Paris Fashion Week». Крім кількох десятків арій і п'єс, з'явилося безліч пісень, які музикант вирішив винести в окремий сольний проект, що отримав назву «Піанобой». «Піанобой» був показаний публіці вперше в жовтні 2009 року на другому фестивалі «Малако Мюзик Фест», який проводився в рамках «Гогольфесту» в мистецькому арсеналі. Крім цієї презентації, восени цього ж року «Піанобой» дав декілька коротких, але дуже яскравих концертів і зіграв живцем на показі нової колекції Лілії Літковської. Відкрив своїм концертом тиждень британського кіно, зіграв сет на святкуванні дня народження журналу «Harper's Bazaar» в Києві і так далі. Прем'єра пісні «Смисла нет» пройшла на просто радіо і ток-шоу у Савіка Шустера. Саме він буде прикрашати 19 числа сцену Мускомедії о 19.00. Якщо у вас є бажання, то я думаю, що позитивні емоції вам точно забезпечені. До того ж, вистава «Круті віражі». Мені дуже сподобався опис цієї вистави, адже вона дійсно незвичайна. Відразу дати відворіт поворот досвідченому ловеласу – на це здатно багато дівчат. Але здивувати цього ловеласа здатна тільки одна. Запаморочливі повороти, раптово перетворити його затишну квартиру в надшвидкісний кар, змусити його нестися крізь хмільну ніч на позамежній швидкості, намертво вчепившись в підлокітники крісла і широко розкривши очі одночасно від пристрасті, жаху, сорому і захвату. Одна ніч з цією дівчиною коштує мільйона інших ночей, тому що кризовіший поворот у відносинах з цим чоловіком вона залишила на ранок. Збудливо пікантна і захоплююча авантюрна комедія по одній з найкасовіших п'єс сучасної Франції, написаний спеціально для кого? Алена Делона. Уявляєте, вона з'явиться у нас в Одесі в Бейт-Гранді 19 квітня в четвер о 19.00. І дуже сподіваюся, що вам сподобається, адже незвичайна вистава відбудеться саме у нас в Одесі. І написана вона була дійсно для Алени Делона. Вистава «Прекрасне», про яку ми говорили нещодавно в нашій програмі, в нас була директорка театрального простору Тео та режисер. Вистава, яка приїжджає до нас з Києва,
Два незнайомці зустрічаються в поїзді. Розговорившись, вони розуміють, що їм по дорозі. Обидва їдуть в місце, де виконуються бажання. Один з них – письменник, згадує, як він став відомим, вірніше, модним. У свою чергу, другий – філософ. Розповідає про свою зустріч з письменником. Проходить трохи часу і здається, що вони знайомі з ним не один рік. І про що б вони не говорили, щоразу їх діалог повертається до вихідної точки, до роздумів про прекрасне. Тим часом поїзд уже прибув в пункт призначення. Дуже сподіваюся, що вам сподобається, адже сама вистава буде проходити на майданчику театрального простору ТЕО, який з'явився в Одесі нещодавно, відкрився у 2017 році. І саме він приховує таємниці у своєму приміщенні. Тож залучайтеся, адже вистава буде дійсно чудовою. Також хочу залучити вас до співпраці з нашим телеканалом, і якщо ви сходите на цю виставу, розкажіть нам, як ви уявляєте слово «прекрасне» і що для вас є прекрасне, чарівне. Далі. Дуже весела вистава «7.42. Робінзони. Прем'єра». Продовження найуспішнішого спектаклю театру на Ніжинській «7.40» або «Погуляємо по-одеськи» 4 червня на сцені «Як побудувати Одесу на безлюдному острові», особливо, якщо там вже поселилися дикі одесити. Після 20-річної розлуки і неминучого возз'єднання одна одеська сім'я вирішила відправитися в круїз трьома поколіннями. Мама з молодим сином, старший син і його дружина, їх дівер, симпатичний спортсмен Красень і в минулому комсомолець, дідусь Додік і два онуки – одеський і американський, які вже встигли потоврошувати і знайти спільну мову. Але корабель зазнав аварії, і вони опинилися на безлюдному, як їм здалося, острові. Що ж далі? Чи виживе сімейство? Які відносини будуть між тіткою Симою і Яшою в такій непростій ситуації? Хто насправді живе на острові і що він хоче створити з нашим сімейством? У виставі беруть участь як визнані зірки, так і молоді артисти одеських театрів. 20 квітня у п'ятницю о 19:00. Я вже помітила, що 19:00 та число 19, воно є якимсь зачарованим. Я можу вам так сказати. А ми продовжуємо. І цікава вистава, яка пройде в будинку клоунів 19 квітня в четвер о 19:00. Це вистава «Коко Лемур». Я про неї розкажу трошки пізніше, а зараз в нас новини.